Доброе утро, мои хорошие. 9 утра. Мы проснулись вот где-то буквально 15 минут назад. Пока я их переодела, умыла, себя умыла. Вот у меня прошло 15 минут. Сейчас буду ставить чай. Каждое утро всегда у нас свежезаваренный чай. Даже если я его не пью, то дети пьют. Хоть полстакана, но пьют. Ради этих половину стаканов тоже заваривают. Пакетированный чай я сама не пью, естественно. Детям вообще никогда его не дам. У нас немножко уже похолодало, нет уже вот этого плюс 20, вчера было 15 градусов, но все равно тепло. Сейчас будут мои малышарики. Айран мы вчера не допили. Что случилось? Что случилось? Иди покажи маме, что случилось, Айра. Иди, солнышко, покажи. Интересно случилось. Идешь? Каша у меня вчерашняя, пшеничная, они ее вчера практически мало поели. Осторожно. А, ты и крышку принесла? Какая ты у меня умница. Какая ты умница. Вчера на рынке купили яйца, папа складывал все в холодильник сразу. Я обычно все... раскладываю по местам, но папы, они ж такие. Хорошо, что хоть из пакета вытащил. На этом спасибо, муженек. И что там у тебя? Неси сюда. Будем здесь смотреть. Несешь? Неси, неси. Еще есть, да? Что там еще? Вот, коробка. Крышка тоже есть, да. Что отдай? Что случилось с мамой? А? Что отдай? Она твою ничего не взяла. Маму и малыша найдите. Сейчас я другое место переставлю, потому что отсюда неудобно. Кто найдет маму и малыша? Кто найдет? Аслан, найди маме попугая. Да, что там, утка? Покажи, мам, покажи.
Да, это малыш маленький. Это мама. Мама. Вот, осла нашла. Молодец. Лерашка, кого нашла? Покажи, солнышко. Кисю нашла. Кисю нашла моя принцесса. Ой, у меня такая пижама, честно скажу, это размер то ли S, то ли M. Вот, не буду. Эсочка. Шаровары, не знаю, на кого рассчитанные. Турецкие размеры, мои чертовые. XL берешь мне в обтяг, S берешь вот так вот. И это все в одном и том же магазине. Папа, мама. Что там, солнышко? Сейчас я молочко немножко добавлю в кашу. Покажи. Панда. Пандочка. Ты мамина маленькая пандочка. Ты маленькая пандочка. Сяй, сяй, сяй. Сяй, 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 сяй. Да. Буду стараться аккуратно делать, чтобы звуки вам не долетали до вас. Потому что я знаю, что мой телефон, посторонние звуки снимают лучше, чем мою речь. Так, еще чуть-чуть молочка надо. Нашли? Это зебра, 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 зебра. Зебра. Полосатая, полоска черная, полоска белая. Аслан слоника нашел, я вижу. Слоника нашел, Аслан. А вы привет передали? Привет передали сюда в камеру? Удали. О, да, вон там камера. А ты только заметил, да, солнышко? Ты не прыгнешь, не достанешь до туда. Нет, ты еще маленький. Когда подрастешь, когда ты станешь большой, как мама, тогда достанешь туда. Передал привет ты, солнышко? Привет! Привет всем! Ой! Ой! Ой. Ну, еще, наверное, я закрываю, чтобы слишком долгое, длинное видео не было. Всем хорошего настроения на весь день. Мы, наверное, выйдем в прямой эфир на этот YouTube. Лерашка, покажи, какая ты красивая. Мне так нравится, как она сегодня выглядит. Покажи, солнышко. Покажи, сделай топ-топ. Иди дверь открой. Иди открой дверь. Не открывается? Вау. Идем же этот жакетку оденем, и она откроется. Идем жакеточку оденем. Иди сюда. Идем оденем жакетку. Идем оденем, она откроется дверь сразу. Иди сюда, цыпленок. Зайрашка, мы уходим. Ты дома остаешься, да? Ты не идешь с нами? Зегра, пойдем. Пошли, 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 пошли. Идем, идем, давай, идем гулять, идем. Какая она красивая у меня. Пойдем. Закрываем. Закрываем.
Сейчас же кетку оденем на Зейрашку. Иди сюда. Все бежит. Это нормально. Зейра, иди сюда. Зейра. Ой, это девочка. Я ж тебя зову, мамина. Идем? Пойдем, я тебя зову. Иди сюда. Всем привет, мои солнышки. Половина шестого. Я еще не пошла за детьми и, как бы видите, не бегу. Я только недавно проснулась. Заснула днем сегодня и проспала 3 часа. 3 часа я проспала. Моему организму это, видимо, было нужно, и я себе в этом не отказала. У меня прихватила вот эту вот часть. Вот эта часть у меня болит. Я не знаю, где я продула себя. Видимо, когда уборку делала, ну, в принципе, у меня почти всегда здесь, то здесь окно, то там открыто. Я, видимо, не заметила, вспотела и не заметила. Намазала какой-то гель, у меня там был специальный для таких дел. И жду. Поставила себе чайник, выпью стакан чая, сварю курзешки и тогда пойду за детьми забирать их. Водичка еще не закипела, жду. Это мелкие для малышей, это побольше для меня. Все они столько съедят, конечно, это будет хорошо. Ну, Аслан, в принципе, хорошо ест курзешки. Зейра тоже, в принципе, неплохо ест. Ну, посмотрим. Сделала сметану. В Турции найти сметану — это такая проблема. Где-то, говорят, она продается, но я ни разу не видела. В тех маркетах, в которых я была, ни разу не видела. Я делаю сметану из каймака и вот такого йогурта, каймаклы йогурт. Он не кислый, и вот смешиваю. Чуть-чуть соль добавляю, вообще бывает вкусненько. Еще чуть-чуть я добавлю чесночок, когда все приготовлю. Так, мой чай закипел. Как неприятно, когда тебя что-то беспокоит. Шею нормально повернуть не можешь. Чувствуешь себя, честно, инвалидом. Сегодня, кроме уборки, ничего не сделала дома. Я же говорю, вот убралась, позавтракала, и шея начала сильно беспокоить. Думаю, хотела немножко позаниматься ПДД, а потом думаю, да ну нафиг. У меня экзамен был назначен на середину декабря, а сейчас неизвестно, будет у меня экзамен или нет, потому что у нас в Турции ввели карантин, строгие меры детям с часу до 4 только можно выходить. Но реально это такое издевательство над детьми. У меня складывается такое впечатление, что здесь детей любят только на словах. Но с часу до 4 это же то время, когда малыши спят. У малышей это время сна, у детей чуть постарше это время, когда у них идет онлайн занятие. Реально поиздевались, можно сказать. И такое придумали до конца этого года. Вчера ночью придумали одно с 10 до 4, а утром они передумали. Видимо, им не спалось, что слишком много времени дали детям гулять. Утром они передумали, то сделали с часу до 4. Лафа у нас. Так, чем я чай буду? С лукумом. Лукумчик. Пока нет детей, можно. Хотя я детям... Я не скажу, что я запрещаю детям кушать сладкое. Я даю... В принципе, перед ними, когда мы чай пьем, то, что мы едим, такие вот конфетки, например, такие, я даю. Здесь внутри миндаль. Такую прям химию, которую для детей продают... Я недавно, ну, не покупаю специально для детей. Еще не закипела. Все, попью чай. Приду в себя. Всем хорошего настроения. Как я не люблю ждать. Вот одна у меня здесь была прилипшая к кулечку, она порвалась. Но остальные еще как-то не выглядят полностью вареными. Минута 2 и буду вытаскивать.
вытащу, кусочек масла закину и вперед за детьми, потому что уже 6 часов. Ню-ню-ню! Как она и сделала? А? Как сделала? Ну? Как сделала и? Иди Асланчика возьми, позови кушать. Иди позови Асланчика. Иди позови, мама пока мультики включит. Давай, иди позови. Иди позови Асланчика. Иди мамина, позови Асланчика. Иди скажи, мама тебя зовет. Асян, иди за ручку возьми его и приведи, как он тебя за ручку берет. Иди, сёночка. Иди, моя принцесса. Мамины помощники. А, все, слышу, Аслан занят. Крошек. Мини. Крошек. Малышарик это. А ты моя принцесса. Я тащусь, как ей идет вот этот цвет. Бордовый. Очень идет, оказывается. И... Ну, бабочка моя, моя принцесса. Бабочка. Да? Что там еще пишут? Еще что пишут, солнышко? Прям так и пишут, что там ИА, да? Ничего не вижу. С удовольствием кушают они, машалла. Я готова каждый день купить им эти куршечки, если они будут кушать. Асланчик, солнышко, у тебя в ручке, по-моему. Ну и что там написано, зайрашка? Что написано, цветочек мой? Расскажи. Что делают они? Бегемотик что делает? Вот бегемот. Вот он здесь нарисован. Что он делает? Давай, бабочка, быстрее. Когда он каким-то мультиком увлечен, он прям вот... Весь там. Цыпленок. Быстро, 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 быстро. Мама, чай тоже поставит сейчас. Да, так написано, да, солнышко? О-о-о, Зайра кушает быстрее, чем он. Мама вытерет, ты что? Ты что, разве оставит мама тебя с грязным ротиком? Так-так. Асланчик, поел мамина? Вот так держи закрыто, потому что остывает очень быстро. А холодными они невкусные. Я 3 ночи не спал, я устал. Мог бы здесь, мне бы заснуть, отдохнуть. Там вот так написано. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Солнышко, кусай. Мультики смотри и кушай. Да. Там столько всего интересного. Сейчас уберу рекламу. Убрали. Убрали, убрали рекламу. Игрушки она не хотела свои собирать. Асланчик с Зайрашкой игрушки собирают. Молодцы такие. Будешь? Или еще в ротике есть? Ушел мой мальчик. Весь в мультик ушел. Няма меня. Вот так. Царевна, убери, говорит, игрушки. Она не хочет убирать игрушки. Царевна, убери игрушки. Некогда мне. Некогда ей. Ня-ня. Не папа.
Опа. Как-то так. А ты привет передала? Привет! Ой, скажи, я когда кусаю, я не могу привет передавать. Когда я ем, я глух и нем. Мама, где Зирашка? Где моя принцесса? Вот она, вот она. Мама. На этой замечательной нотке я закрываю. Хорошо поели курзышки. После курзышки я им сделала чай. Вместо сахара добавила пикмес. Это виноградная патока у меня. И кажется, что... Не ври. Теплый он. Кажется, что чай такой крепкий, но это за счет цвета, за счет пикмеса. Пейте мамины солнышки. Так, сегодня вот такие сяпочки они мне принесли домой. Бубосики мои, бубосики. Это Аслантика, да. У них сегодня была партия, праздник витамина С. Цыплята мои.